Всем привет, друзья, с вами Кеник, и сегодня мы начинаем рейдить мажора 21.0. Ну, ладно, мажор, давай посмотрим, что у тебя там было. Взял с собой один глок, половину покошенной брони. Мяско взял, думаю, на всякий случай, потому что у меня немного, не так уж и много аптечек. И сихи мои лежат в чопере. Окей, let's go. Голос так и не проходит, но лечимся, лечимся. Должен быть топ-лут, вообще прям топейтишкий лут, я надеюсь, потому что уже надоело сколько раз. Ну-ка давай, о, даже чоппер чувака есть, ну-ка смотрим чоппер твой, брателла. Уф, ты что, мне подгонишь что ли аптечки бесплатно? Окей, окей, что здесь? Нифига. Ой-ой-ой-ой-ой, какой-то серьезный тип со мной тут. Я пришел к серьезному типу. Везде колючки, проволоки. Там нифига не видно, блин. И вот хрен пойми, что рейдить. Эту сторону, либо ту. Нет, давайте, ребят, все-таки вот эту я зарейжу. И, наверное, вот там труп лежит, наверное, вот здесь. Я надеюсь, мой чоппер не взорвется. Давайте, умирайте. Толстяки, толстяки. О, ящик подорвал сразу. Давайте, 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 давайте. На колючки, конечно. Зачем мне глок мой тратить? Ай, вкусно, вкусно. Окей, окей, ребята, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же там. Ой, а все правильно. Он забыл достать свои 20 аптечек, которых я его уже забрал. Ага, все. А обо что я укололся? Украл миниган на рейзе? Ой, эмочка, ой-ой-ой-ой. 20 слитков, но мне не надо, потому что... Они не особо как бы... Миниган. Миниган, ребята. Я забрал у него миниган целый. Целый миниганище. Так, сюда еще можно пробраться. Ну, давайте, может, вот... А вот еще тут ящик. Три. Три. Сломался. Вот тут раз, два, три, добиваем. Аптечки, кожа, батарейки. Хорошо, добиваем. Ух, ракетница. Красная карточка еще была там, видел. Толстые идут, толстые, толстые. От толстых лучше... Мы сделаем ход конем. Давайте кружочек навернем, пацаны. Похудеете, может. Заодно базу посмотрим. Ой. А где еще пацаны там идут? А почему у него уровень поднялся? Охренеть, они ловушку зацепили, а у меня уровень шума поднялся. Лол. Да, несправедливо, несправедливо. Я даже не знал, если честно.
Так, что тут красная карточка. 40 батареек украл. 40. Шикарно. Так, что тут дальше? Можно шиковать, ёлы-палы. Давно у меня таких рейдов. Вообще у меня, точнее, таких рейдов не было. Отлично. Вот этот ящик мне дал внушительного доверия. Ракетница ВСС-а, ВСС-очка, ВСС-очка. У пацана забрали ВСС. Его прелесть. Хороший рейд, хороший. Морковка. Давай поменяем лучше вот так вот. Я сейчас умру. Давай, 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 поехали домой. Отлично, просто шикарно. Неужели, неужели меня услышали боги, боги рейдера, которые дают этот шанс. Поехали. Давай, давай, давай. Ай, 12 штук, ну ладно. Может, еще бензин будет, поэтому достану лучше, но его нафиг. Хорош, хорош. А, С4, еще возьму С4, потому что там надо было она. Еще один разочек надо шмальнуть. Блин, ну вот эти чуваки, конечно, прошлись через эту ловушку. Это тоже считается уровень шума. Вот я в первый раз такое вижу, блин, если честно. Хотя я и ловушку на этом рейде первый раз вижу. Так что, я думаю, это нормас. Да, ну шикарный, шикарный рейд. Вот просто обалденный. Потому что все ВСС-ка. Одна ВСС-ка это вообще хороший откуп. Ракетница я еще нашел. Хреновая туча аптечек. Это уже, ну просто, буська. Так, где я там умер? 64 уровень шума. 64. Так, вот это все одеваем. Это вот сюда. Это чик-чик-чик-чик-чик. О, что-то у меня за лишнего. А, сиху, я же сиху взял. А, сюда положим вот так. Вот и ракетницу возьмем. Угу. Давайте что-нибудь другое рванем, потому что мне, если честно, блин, хочется что-нибудь вот с другой стороны, вот где-нибудь, может, вот может где-нибудь здесь. Становится опасно, конечно, опасно. Лучше вот здесь вот побегать, потому что эта сторона какая-то более такая. Ой-ой-ой, что-то не зажали. Добьем, добьем. Там еще какие-то вкусные сундучки были. Давайте, пацаны, еще разочек. Разомнемся. Потому что туда не надо бежать, ну его нахер. Хорош, хорош. Я прям на ящик попал. Ой, хорош. Отличный коллаж, глоки. Давай, вместо чего... Блин, 50 штук оранжевых. Сет целый, целый сет, просто обалдеть. Ай-яй-яй, как вкусно. Хорошо, а у меня этот уже заполнен, да? Мой чоппер. Блин.
Как жалко. Ну ладно, топоры еще есть. А я не понял, там что, генератор лежит? Серьезно? Все, извини, братан. Ты собирал его, но не завез. Поэтому я забираю тебя. Не такой уж ты и мажор, конечно. Извини, братан. Но он принадлежит мне. А можно ему на чоппер поставить обратно или нет? Нет, на чоппер ему нельзя ставить. Даже значка не было. Хорошо. Можно зато на мой поставить. Да? Ребят, если был у кого-нибудь такой же рейд, пишите, пожалуйста, комментарии. Обсуждать это надо всегда. Шикарный рейд, шикарный. Мажор, братан, спасибо тебе за то, что ты замажорил прям. Раз, два. Вот тут еще есть. Что у меня там есть? А, по топорам, ага. Глок. Дробаш. Еще один глок. Это громила, братан, братан. Кореш, мне надо забрать. Стоп, выходим, выходим, выходим. Там еще что, что я забыл? Глок забыл, глок. Так, у меня там стеночка есть. Я хочу туда зайти, чтобы он меня пускай маслает, в принципе, да? А я что сделаю? Так, у меня что? Я украл у него просто обалдеть все. Топор еще надо один поменять. Шкура есть. Может, огнестрел еще какой-нибудь есть. Может, там вместо шкуры. Потому что шкуры по ковалам. Поэтому, блин, давай, давай, давай. Я должен возле чоппера обычно появиться. Ну, по сути. Да. Отлично. Побежали. Давайте, пацаны, давайте, давайте сюда. Не хотят, пацаны, сюда. Вот, вот так. Да почему так, ё-моё? Ладно, ребят, ладно. Скоро я, наверное, доиграюсь, потому что... Вот так, вот так, вот так, вот так, вот. Почему ты не идешь туда? Не, не получится, не получится у меня забрать, не получится. Так. Хорошо. Броня уже поломана. Давай, толстый, иди сюда. Так, вот, вот, вот. Нет, не получится. Ладно, 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 все, 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 все. Ухожу, ухожу. Ну, нормально, нормально, реально, реально, нормально, потому что очень вкусно тем, что оно происходит просто охренеть, сколько я у него огнестрела унес. Ну, хоть с одним топором, но очень вкусный АК-47. Очень, прям, вообще вкуснейший. Очень много хила, очень много батареек. Вот такой, ребят, небольшой рейд. Очень большой, точнее, рейд у меня получился. Поэтому, мажор, будь здоров. Не забывай меня. С вами был Кеник, ребята. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. До новых рейд. Чао, какао.